Друзья, всем привет! Меня зовут Ирина, и вы на канале «Попробуйте сами». Сегодня готовлю блюдо, при виде которого сразу возникает непреодолимое чувство аппетита. Это румяная, вкусная, жареная картошка с грибами. Если вы являетесь поклонником этого блюда так же, как и я, приглашаю готовить вместе со мной. Сегодня использую грибы-вешенки. Они отлично сочетаются с жареной картошкой и практически не ужариваются. Как вы видите, нарезаю их достаточно крупными кусками. Обжаривать их буду в мультиварке с добавлением сливочного и растительного масел. Сюда же отправляю нарезанную кубиком луковицу. Перемешиваю и обжариваю до красивого золотистого цвета. Все, грибы абсолютно готовы. Обратите внимание, что специи и соль я пока не добавляю. Картофель нарезаю соломкой. Для того, чтобы вышел лишний крахмал, сразу отправляю его в воду. Картофель хорошо промыла, и теперь буду обсушивать его бумажным полотенцем. На раскаленную сковородку наливаю растительное масло и начинаю обжаривать картофель. Для того, чтобы появилась красивая румяная корочка, картофель начинаю переворачивать только минут через 5. Хорошо перемешайте и еще оставляйте минут на 5. И снова перемешиваю и жарю дальше. Как только картошка достигла красивого золотого цвета, выкладываю сверху грибы с луком. Присаливаю и добавляю черный перец. Теперь хорошо перемешаю и накрою крышкой. Таким образом, картофель должен томиться минут 5. Все, наше блюдо готово, и теперь можно его посыпать свежей зеленью. Ароматная, вкусная, жареная картошка с грибами абсолютно готова. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита и попробуйте сами!